Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW F32. Ремонт переда. Итак, владелец привез машину уже разобранной. Опору амортика буду менять. Для этого у меня есть донорская часть. Устанавливаю машину на стапель и начинаю ремонт. Сначала вытягиваю. Снимаю тормозную систему и дверь. Это будет мешать. Начинаю удалять поврежденный металл. Для этого мне надо удалить кусок обшивки передней стойки. Итак, мятый металл удален. Теперь подровняю небольшие повреждения. Thank you.
левой стороной я закончил. Здесь осталось только сварочные работы. Теперь подровняю правую сторону. Правая сторона сделана. Теперь я возьму нужные детали с донорского куска. Итак, нужные детальки есть, теперь примерю их. Немного не подходит. Измеряю лонжероны. Как видите, левый лонжерон стоит немного выше. Исправляю это.
Вот теперь все в порядке. Устанавливаю опору амортизатора и сварю ее. Сварочные работы закончены. Теперь покрашу лонжерон и затем буду устанавливать детали переда.
Моя работа закончена. На эту работу ушло 33 часа. Детали были под цвет машины. Владелец покрасит только бампер. На сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!